Здравствуйте! В этом видео будет продажа замиокулькаса. Есть замиокулькас варигатный, шорт-лив, сейчас вы видите его на экране. Далее есть замиокулькас раван, черный, листики все среднего размера. У варигатного есть большие, средние и чуть поменьше. А также есть замиокулькас зензи, тоже листики среднего размера. Я вам сейчас покажу все клубенечки и корешочки. Итак, давайте приступим. Это замиокулькас варигатный. У всех листиков есть вар. Мы укореняли вместе с вами. Можете зайти посмотреть, как я резала как раз ветку на укоренение, что использовала при укоренении. Клубенечки все такие хорошенькие. У больших листиков они, естественно, будут побольше и корневая система поширше. Поразветленней. Средние листочки тоже такие с хорошим варом. Цена будет отличаться. Есть там один контейнер, вот сейчас я вам показываю. Это 1700. Здесь вар просто великолепный, и листочки они такие побольше. То есть я их разделила на 3 контейнера, где цена будет немножко отличаться. Я их уже пересадила в 100-миллилитровые стаканчики. Использовала синий агробалт, это уже раскисленный, плюс немножко перлит. Есть еще следующий контейнер, чуть-чуть поменьше. Вар тоже не уступает первому. Есть некоторые такие вот с пятнышками просто, но листики и клубенечки тоже хорошие. Это средний размер, я его так называю, стоит 1600. Вот сейчас еще покажу вам. Контейнеры. Еще есть один, который у меня с такими вот некими сильными изъянами. Там где-то было поломано сильно, где-то что-то еще, но тоже с хорошим варом. Вот сейчас я вам следующий покажу. Третий контейнер. Эти листочки по 1500. Вар здесь тоже хорошенький. Не уступает ни первому, ни второму контейнеру. Также у меня есть еще укорененные ветки. Но веточки я оставлю для себя. Я думаю, ветки точно никому не нужны. Так, следующее. Это замиокулькас раван, уже с детками. С детками контейнер стоит у меня по 450 рублей стаканчик. Вот где уже есть детки, это все видно. Они такие светло-зеленого цвета. Вот где-то детка выступает, тоже так же стоит 450. Здесь детки нет. Будет стоить подешевле, но он уже как раз готов выпустить детку. Есть зензи тоже, смотрите, какие клубенечки хорошие. Укореняла в вермикулите, листики среднего размера. Брала не от большого замиокулькаса зензи, а от такого более среднего, но и не от маленького. То есть листики не сильно маленькие. Вот еще давайте посмотрим клубенечки. Способы укоренения есть разные. Для, например, варигатного я не использовала укоренители, для зензи использовала укоренители, потому что укореняется намного дольше. И для черного тоже использовала стимуляторы, чтобы через 2 месяца получить одинаковый примерно размер у всех замиокулькасов. Ну, вот смотрите, все пересажено в маленькие стаканчики. Замиокулькас зензи стоит также 350 рублей, как и листик черного без детки. Есть зензи двойной листок, он стоит 400. Я сейчас вам покажу еще черные клубенечки. Листики все тоже так среднего размера, есть чуть поменьше, чуть побольше. Я их не стала разделять по ценам, все они одинаковые. Просто листочек это 350 рублей. Отправка будет почтой в коробке, плюс дополнительная там бумага, можно использовать пупырку для того, чтобы не повредить сами стаканчики. Отправка почтой от 1000 рублей, плюс за доставку до вашего региона смотрим по вашему как раз адресу и по весу коробки. Стоимость доставки каждому я буду говорить отдельно, как раз учитывая все ваши данные.
У меня замиокулькас рос под фитолампами. Про это тоже у меня есть видео на канале. Если кому интересно, обязательно заходите, смотрите. И есть еще укорененный фикус Бенджамина, тоже варигатный, симпатичный, пушистенький. Укореняли мы точно так же с вами на канале. Здесь хорошая корневая система, есть подстриженный, хорошенький. Есть по 100 рублей, есть по 150 рублей, которые уже распушились. По 100 рублей без варигата. Отправка также почтой. В закрепленном комментарии и в описании я оставлю свой WhatsApp, а также условия заказа. Обязательно прочитайте. На звонки я не отвечаю, потому что большое количество звонков и вообще кто мне пишет с YouTube, с Дзеном именно на WhatsApp. Поэтому, пожалуйста, пишите и с вами договоримся. Пишите то, что вы хотите, конкретно какой цветок, и я вам отвечу. Всем спасибо и до новых встреч!